Женщина пенсионного возраста пострадала сегодня в автобусе 10 маршрута. Водитель общественного транспорта, выполняя маневр на улице Болотникова, допустил, что пассажирка упала, получив при этом травмы. Для женщины вызвали скорую помощь. Что стало причиной и какая ответственность грозит водителю автобуса? С места происшествия Нафиса Минязова. А скорую почему понадобилось? Водитель общественного транспорта признался, карету скорой помощи пришлось вызвать для одного из его пассажиров, пожилой женщины. Однако из-за чего именно признался только автоинспектором. Травмирование пассажира в общественном транспорте считается дорожным происшествием. Если бы водитель не обратил на это внимания, то последствия были бы такие же, как при оставлении места ДТП. Сотрудникам ДПС мужчина сообщил, что во время движения его слева подрезал какой-то автомобиль. Чтобы избежать столкновения с ним, говорит, пришлось вывернуть руль вправо, тогда пенсионерка и упала. Ей понадобилась медицинская помощь. Упали, да? Да. А водитель виноват или как? Нет. Винить водителя в произошедшем женщина не стала. По предварительной версии, пенсионерка упала во время движения общественного транспорта. Как мы видим, от госпитализации она отказалась и снова решила проехать на том же самом автобусе. Если вина водителя в происшествии все же будет доказана, ему грозит административный штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав сроком до 1,5 лет. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, вызов 112.